Всем здравствуйте. Еду с примерки. В общем, у нас такая жара сегодня, вообще прям солнце жарит. В общем, все хорошо. Я то, что я переживала, в общем, в итоге все хорошо село. И даже мне понравилось, как все выглядит. И главное, руководительнице понравилось. Вот. Теперь можно со спокойной душой. Правда, три платья мы не померили, они болеют. Но это как бы мне сейчас все равно есть работа, они, может быть, потом сами приедут. Главное, что можно теперь начинать делать, ну, доделывать, нашивать вот эту всю красоту, заниматься творчеством. Тут такие ямы, вот этот лужи, ручьи бегут. Непонятно, где есть яма, где нет ямы. Грязюка кругом. Но весна. Вот. В общем, я успокоилась. Мы с ними там насмеялись. В общем, тетечки такие все позитивные оказались. С чувством юмора. Ну, в целом, в общем, как обычно, вот я что переживала, то что возраст, обычно они такие, ну, привередливые, там, хотят. Ну, одна только сказала, что вы меня сделаете стройну, как кипарис. Я говорю, моложе лет на 20. Она говорит, моложе? Я сама себя замажу. Ну, типа это. Вот. А в целом, в общем, сказали, как хотите, так и делайте. В общем, как душе угодно, так и делайте. Ну, и отлично. Вот, теперь буду делать как душе угодно. Дай бог, чтобы все село и по итогу получилось то, что было запланировано. Вот. Они даже, там у нас сетки, тоже на подъюбнике я переживала, то, что мало. В принципе, может быть, даже кому-то и не надо будет эту сетку делать. Они даже без сетки, ну, хорошо смотрятся. За счет тесьмы на строчной они будут, ну, юбка будет сама по себе еще держать форму. Вот. Даже правда, что они получаются немножко, вот у кого животы, там вот пояса, вот это вот я переживала. А они, знаете, как пояса под грудь как-то так затягиваются, и они такие тетечки стройненькие получаются, и этих пузов не видно, и как-то все так, ну, гармонично смотрится. Вот, это крой практически вот нашей русской одежды, кстати. Ну, чуть-чуть он там современен, но суть, да, вот, тут на заметку, то, что наша русская одежда, наш русский крой, он женщин делает стройнее, что ли. Ну, таких вот крупных женщин. И поэтому они, наверное, и вписались. Естественность получилась. О, у меня же прям отлегло. Все. И поговорила я с руководительницей, то, что я должна буду уехать, мужу помогать. И, в общем, она все это прекрасно понимает. Ну, в общем, пока что так. Дай бог, чтобы все это дальше было так. Чтобы не вылезли какие-то косяки в процессе или в самом конце. Вот. Очень надеюсь, что все будет хорошо. По-другому как бы и нельзя, чтобы получилось по-другому. В общем, я довольна. И то, что быстро все прошло. Я там булавок набрала, иголок набрала. Думаю, буду скалывать, буду подкалывать. А, 2-3 булавки. Следующий. 2-3 булавки. Следующий. Очень быстро. Кстати, не знаю, сколько сейчас время. Смотреть. А так, ну, вообще на улице прям весна, все течет, скорее бы вся грязюка высохла, чтобы было чисто. У нас улица вся прям разбезли, соседи сыпали когда-то щебень, ну, у себя. Вообще мы планировали с соседями также дорогу делать, и в администрацию я ходила там. Знаете, какие условия?
что, в общем, если мы доплачиваем за дорогу, ну, какую-то часть денег даем, то это быстрее происходит. То есть нам быстрее откликнуться, чтобы сделать дорогу. То есть они будут более заинтересованы, чем если мы не будем никаких вложений делать. А так как мы хотели уже как бы за свой счет делать дорогу, то, естественно, мы... Так, машина пропускала. То, естественно, мы и предложили, что мы дадим денег. Ну, так я им сказала. А тут 20-й год, и, в общем, так вот осталось. А соседи взяли и просто щебнем засыпали. Но мы у своего дома сыпали уже, чего только не сыпали, за все время, что мы тут живем. Уже ни одна машина там высыпана. Безрезультатно. Но если бы засыпали мы все вместе щебнем, может быть, она бы подольше бы полежала, потому что этой грязюкой, которая у нас там, еще у других соседей, мы разволакиваем вот это вот все, растаскиваем по тому щебню, который засыпан, и тем самым его укатываем в грязь. Вот. И сейчас еще больше укатаем дорогу, и они сами через нас, в общем. Плюс еще там у нас какое-то производство в конце улицы, а ездят они через наш заезд. Свой они берегут. Хоть ставь шлагбаум и как бы это, у каждого, чтобы ключ был. Только чтобы свои открывали. Вот как вот. Ой. Ладно, небо опять чистенькое все. Вон один самолет летит только.